Прям до стар, с вами ваша Сарыбас, ваша казашка, ла-ла-ла-ла-ла. Сейчас я хочу снять реакцию на песню и клип Индира Еламес. Тумарым интересно посмотреть, потому что заставка мне понравилась, но отзывы о клипе на Gaku.tv какие-то не очень хорошие. Люди типа не понимают смысл клипа и так далее, поэтому я хочу посмотреть и попробовать хотя бы немножечко понять, хотя я казахский вообще не понимаю немножко, вот. Поэтому буду просто смотреть и лицезреть зрелище и пытаться понять, что вообще имеется в виду. Поэтому пойдем, смотрим вместе. Раз, два, три, поехали. Смотрите, грубо говоря, будем считать так: два мира, две разные страны, черная и белая. На белой стороне живет парень, на черной стороне живет девушка. Они, видимо, вот как соседи, не соседи, будем говорить так, да, не соседи, они росли вместе, но при этом не виделись, у них какие-то жесткие правила, при котором нельзя встречаться, нельзя видеться. Много раз, видите, моменты были, что они пытались быть вместе, но их всегда разлучали. Разлучали обычно, конечно же, это взрослые люди. Потому что взрослым никогда ничего не нравится, в принципе. Вот. Потом уже в более подростковом возрасте, когда вроде и тут лекции читают, и там лекции читают, они все равно продолжают любить друг друга и все равно обращают на друг друга внимание. И в конце, видите, в конце там реально было показано, что они вместе сбежали, что им удалось преодолеть все преграды, да, грубо говоря, и уйти, любить.
и так далее получается. В принципе, идея очень классная. Мне клип понравился, потому что, да, если человек, который, ну, ни разу такого не проходил, ему непонятен будет смысл. Я, может быть, проходила, может быть, нет, не знаю, но как мне, ну, реально, ну, блин, я вам скажу честно, то, что смысл клипа лежит на поверхности, его очень понятно, он очень понятен, и его как бы легко увидеть. То, что два человека хотят быть вместе, им это не дают делать, но при этом они все равно в конце остаются вместе, и это очень клево. Ты моя надежда, ты моя нужда, ты мне нужен, там я тебя люблю и все такое. Вот смысл клипа весь в этом, то, что бы ни делали взрослые, что бы ни пытались, все равно, если два любящих сердца любят друг друга, они всегда будут вместе. Это мои вот такие мнения. Вот, поэтому, если вы тоже считаете так же, пожалуйста, ставьте лайки. Точнее, даже не ставьте лайки, а просто пишите комментарии, кто думает так же, и как вы поняли смысл этого клипа. Если вам понравилось, то, конечно же, напишите мне об этом. Хочу всегда слушать ваше мнение, читать ваши комментарии, мне очень нравится. И прям реально, вот я иногда читаю и пускаю слезу, потому что многие пишут очень хорошие вещи. Поэтому, ребята, вас очень сильно люблю. Спасибо, что вы меня смотрите. Увидимся в следующей реакции. Сау!